2 декабря в экстрим-парке «Урам» прошел детский фестиваль уличных культур, где дети и подростки смогли испытать свои навыки в соревнованиях по различным видам спорта. В рамках конкурса было представлено 6 направлений активностей: скейтбординг, BMX, самокатный спорт, ролики, паркур и танцы. Открыли мероприятие самые юные участники фестиваля. Дети от 2 лет соревновались на беговелах. После им торжественно со всеми почестями и настоящими медалями провели церемонию награждения. Удостоил малышей призами помощник Раиса Республики Татарстан и председатель регионального отделения новой федеральной молодежной организации «Движение первых» Тимур Сулейманов. Самое главное, наверное, что будет происходить, это встретиться с сообществом увлеченных ребят, и здесь в рамках соревнований смогут себя проявить, и мы очень рады, что вот «Движение первых» благодаря грантовому конкурсу создает эти возможности, потому что дети, подростки, молодежь очень разные. Кто-то тяготеет к одному виду деятельности, но очень много, безусловно, тех, кто увлекаются экстремальными видами спорта. В рамках фестиваля дети и подростки от 6 до 20 лет предварительно участвовали в бесплатных мастер-классах и тренировались с компетентными инструкторами. В заключительный день проекта они, получив нужные знания и технические навыки, сражались за первые места. Площадка по соревнованиям на роликах приняла ребят, которые на время проходили полосу препятствий, а жюри оценивали технику выполнения. Параллельно на втором этаже парка ребята, занимающиеся паркуром, разминались и готовились к показательным трюкам в направлениях freerunning skills. Рядом на большой рампе начинающие спортсмены выполняли сложные маневры на BMX. Количество участников превысило отметку в 500 человек. Это необходимо сейчас, потому что таких детских фестивалей у нас в стране практически не проводится. Да, скейтбординг, BMX – это уже олимпийские виды спорта, но, к сожалению, официальные спортивные соревнования все идут уже для взрослых ребят. А малышам нужно тоже развиваться, для этого им нужна конкурентная среда, и вот такую среду мы как раз и создаем на соревнованиях. Помимо соревновательных площадок, на фестивале работали интерактивы, где посетители могли поиграть в пинг-понг, видеоигры на приставке, поучаствовать в мастер-классах по составлению карт желаний и создать уникальную футболку с собственным дизайном. Партнером мероприятия выступили молодежная организация «Движение первых», которая в следующем году планирует формировать подразделения в образовательных учреждениях. Мероприятие позволило участникам приобщиться к общественно-политической деятельности. Так, прямо в холле находился избирательный участок, в котором можно было ознакомиться с выборной программы кандидатов председателя органа самоуправления в школах Совет первых и там же проголосовать. Валерия Карташова, Николай Суховский, Софья Чугунова, Универ Новости.